Итак, цель очень проста. Есть такое сообщение, где написано, что мне нужно угнать BMW M5 E39 синего цвета. Угоняю ее, привожу заказчику, зарабатываю деньги. Все очень просто, ребята. И мы прибыли в самый дорогой район. Ну, а я, ребята, каждого из вас приветствую. Мы находимся прямо сегодня на Amazing KRMP, ребята. И сегодня мы вместе с вами выполним наш первый заказ на угон. И, ребята, еще кое-что. Если вы вдруг играете на компьютере в KRMP, то каждого из вас я приглашаю поиграть. В чате вводите команду /mm, открывается окно промокод. Выбираете пункт номер 2 и промокодик вводите, ребята, очень простой. Как показываю в чате, Дони так вот, ребята, вводите, нажимаете потом окей и получаете приятные плюшки для старта игры. В общем, мне нужно, ребят, прямо сейчас найти BMW M5 синего цвета где-то вот в этих вот домах. А если не ошибаюсь, у меня даже ключи от нее есть, поэтому, друзья, ну, как точнее, отмычки подходящие. Поэтому должно все получиться максимально грамотно, и даже кто это такие? Нормально, такие дальнобойщики отдыхают хорошо. Так, значит, нужно искать BMW, синяя BMW. Кажется, вижу тачку, так, осторожно, главное, чтобы не было свидетелей. Не привлекаем внимания, самое главное, сделаю все максимально тихо и спокойно. Так, BMW M5, вроде бы здесь никого нету, не вижу людей, да, вроде как тихо. Сейчас главное ее взломать аккуратненько, и все будет хорошо. Так, отмычку достаем. Блин, ребята, аварийка сработала, в смысле сигнализация, черт, открываем, все сработало, отлично, выезжаем, ребята, выезжаем, быстро, аварийка сработала, в смысле сигнализация. Депуск так быстро, да ну вы че, нет. У меня там что-то орет, ребята, не слышу нифига, честно говоря. Офигеть. Да ну, сразу два депоса сразу подъехало. Нужно уйти от них, ребята. Офигеть, дрифтовая бэха, как я это сделаю на дрифтовый BMW M5, ребята? Вы что, прикалываетесь, что ли? Я их пока не вижу. А нет, вот они. Не-не-не-не. Не хочу. Так, сейчас налево поворачиваем, все будет хорошо. Налево, давай. Нет. Нет, мужики, я буду быстрее. Отличненько, они там пока тупят. Так, красный. Сорян, мужики, сорян. Ну да, я проехал на красный. Она не поворачивает, дрифтовая. Блин. Ушел, да, вроде как ушел, ребята. Ушел, надеюсь. Сейчас главное уйти, ребята, далеко, чтобы их не было у нас нигде, чтобы они нас потеряли. Я, конечно, побил тачку. Заказчик будет недоволен, но что поделать. Тихо, дрифтовая бэшка, нет. Ушел с трассы. Депос. Ты кто такой-то вообще? Кто? Нет, не буду. Сам к обочине, не хочу я. Все, поехали отсюда. Да ёпарасоты, ребята, я не понимаю. Я такого не ожидал, чтобы они так быстро приехали, вы понимаете? А один, кстати, ребята, вообще отвалился, отлично. Пока только один остался, второго нету вовсе. Не, ну это просто подстава, ребята, это просто подстава. Как мне сейчас уходить от погони? Я вроде как даже тачка быстрее, чем у них. Их двое уже. Твою медь, нет. Все-таки догнал нас второй. Здесь главное сейчас не убраться. Она еще дрифтовая, капец. Она дрифтовая. Нет. Блин, главное уйти, ребята. Есть идея. Не хочу, сам к обочине. Не хочу. Да не поеду я. А, нет. Заводись. Все, поехали. Они перекрывают. Нет. Тихо. Ё-моё, я не смог заехать. Нет, куда я? Нет. Стой. Что с тобой? Почему я так скольжу-то? Я просто, ребята, сполз. Охренеть, я в дрифте езжу. Ребята, это... Ладно, поехали по пляжу. Что поделать уж? Охренеть. А как мне выезжать-то здесь? Есть выезд? Есть выезд. В дрифте. Красиво. Нет, не передрифти, только слишком сильно. Перекрывают, нет. Да я просто спокойно. Главное, без паники. Он перекрывает, не выезд, нет. Ну, я, конечно, побил тачку немножко, но лучше уж, ребята, битую тачку, чем никакую, правильно? Я, конечно, понимаю, но как мне, ребята, сейчас спастись? Я вот этого не понимаю. Здесь же да какой-то. А что, куда? Не, ну, я, конечно, все понимаю, ребята, но такая она прям... Дрифтовая тачка, я просто в шоке, честно говоря. Мне нужно куда-то уехать, чтобы все сделать максимально красиво. Здесь кто такой? Это кто? Это Фин, что ли? Мне уже перекрывают дорогу. Нифига себе. Такого нам не надо, честно говоря. Так, сейчас есть идея. Они вроде как отстали, ребята. Поэтому сейчас мы уйдем куда-нибудь здесь вот, знаете куда? Куда-нибудь налево. Вот сюда вот, чекайте, они нас стопудово потеряют, отвечаю. Нет, не потеряют, офигеть. Ладно, короче, сейчас главное, ребят, просто уйти куда-нибудь вот хорошее место. Главное просто уйти из их глаз, чтобы они потеряли меня. Просто по оффроду на бэхе пятерки, ребята, валим тапку в пол. Какая там скорость-то у нас? 200 км/ч на бэхе пятерки валим, нифига себе, чё это? Так, давай. Просто, ребята, я так волнуюсь, честно говоря, потому что боюсь не доехать и перевернуться. Что такое? Это что такое? Что за здание?
Это идеально. Идеально, потеряю стопу. А нет, не потеряют, они уже здесь. Я думал, сейчас там как-нибудь там заеду, потеряют меня. Короче, нужно... Деревенский, к обочине. Да не... Сам-то деревенский. Я не деревенский, куда я полетел? Понял, сейчас возвращаемся, ребят, сюда, все, поехали. Офигеть, они просто настырные какие, вы посмотрите. Офигеть, ребята, просто погони, которые достойны ваших лайков, однозначно, я отвечаю. Нет, не... Да не буду я останавливаться, отстань, даже не подходи ко мне, не буду. Да нет. А вот как тебе такой маневр? А, как тебе такой маневр? Опа-на, вот и авария, один во второго въехал. Ха-ха, нормально, это просто манза была, ребята, царский, как говорится. Сейчас главное сделать все красиво, прям максимально. Знаете, в чем проблема, ребята? У меня бенз заканчивается. У меня заканчивается бенз, вы понимаете это? Если сейчас я заглохну, это будет фаталити просто. У меня, конечно, есть оружие, в принципе, можно и перестрелку устроить, ребята. А, кстати, давайте мы по асфальту тапочку в пол нажмем. Ну-ка, бэшка, сколько? 196 мы в час максималку. Просто выдавили максималочку из бэхи. Сейчас главное сделать все красиво. Сейчас только налево и направо. Чекайте. Опа, опа, опа. Ушли. Ушли. Что это? Кто такой? Откуда он взялся? Какой-то вообще есть. Проехал. Нифига не депос. Не чувствую, ребят. На скорости мы не уйдем. Нифига подрезает. Офигеть. Откуда он взялся? Не, ребят. На скорости мы не уйдем. Нужно, короче... Я знаю, нужно что делать, ребята. Сейчас мы... Обошли его. Окей, действуем, 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 действуем. Уходим, 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 уходим. Тихо, 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 тихо. Так, осторожно. Осторожно, так. Я не сдамся, не сдамся. Спокойно. Не, попали по мне. Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Да перезарядись ты. Хорошо, попал два раза, попал два раза. Попал, попал. Хорошо, двоих. С двумя просто перестрелку устроили. Спокойно. Отлично. Хорошо, 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 хорошо. Спокойно, их двое, их очень много, ребят, их очень много. Ну, ребята, это просто, что с ними делать? Их двое, я один, их двое, я один. Спокойно, так. Попал, хорошо, ему еще пару тычек дал, отлично. Не-не-не, попал по мне, офигеть. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, нет, он уже около меня. Нет, стой-стой-стой-стой-стой-стой, нет, нет. Он с тайзером, нет. Нет, не хочу, не хочу. О, нет, блин, повязали. Нет. Ну как так-то, пацаны? Да, все, ребята, это вообще попадос. Бартиз Гартанов меня повязал вместе с Мишей Громовым. Как так-то? Ну, ёпрст, это такая... Мне самое главное, ребят, вы не понимаете, мне от заказчика таких люлей прилетит, что я тачку-то не довез ему. Ёпрст. Ну, кстати, я почти Мишу-то положил. Там буквально децел остался. Ну, друзья, на этом наша первая серия заканчивается. Здесь меня повязали, и что будет дальше, честно говоря, я не знаю. Но я думаю, что вам, как и мне, интересно, поэтому ставьте лайки, давайте мы соберем 1000 лайков. Выходит новенькая серия в формате «Путь автоугонщика» в КРМП. Ставьте лайки, всем удачки, всем пока!